please. Have a seat. Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Нердл, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Сома. На выходных видео не будет, это я говорю для тех, кто новый на канале, потому что на выходных у меня стримы на Twitch-канале, они внизу. Ну, сам Twitch-канал. Итак, у нас начинается основное веселье, я понимаю. О боже. Что со мной не так? Хорошо. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph. Он задает простые вопросы, типа, когда я родился. Мы отвечаем, да. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Go. Say cheese. Готов? Скажи сыр. Не надо так внезапно это делать. Это неприятно. Совсем. О боже, ФПС, ФПС. Что случилось? Где я? Оу, черт! Есть кто? Мистер Мунчи? Мистер Манши? Did something go wrong? Что-то пошло не так? Все не пошло не так. О боже. This isn't funny. Это не весело. Ты думал, что это будет весело? Чего? Что это за чертово место? Как я сюда попал? I can figure this out. I just need to stay calm. No need to make things worse. О боже, куда еще хуже? Ох, ё, это как-то надеть надо? Двух костюмов нету. Кто-то здесь побывал. Патос, сервисная консоль, чуть все не работает. Не фурычит. Ну откройся. Ну пожалуйста. Тут понимаешь, в чем проблема? Твои собратья... тоже работать не хотят. Вот тут что-нибудь там подруби. Тулбокс. Коробка с инструментами. Ну вот тут вот, да? Ну откройся. Тулбокс, блин. Что-то написано. Сервисная консоль. Тут что-то не хватает. Надо платы найти. Я очень надеюсь, что они все тут. Чего, чего, где? А, кидать? А, подсказка такая, ну ок. О боже, эти телефонные звонки. Что это с камерой? Вот так вот должно быть. Я так понимаю, это все-таки как-то надо разбить. Чашкой почему-то это не получается. Недостаточно тяжелая. Ну ок. Что тут еще поднять можно? Тяжелее желательно. Вот ты. Нормально. Поехали. И... охренительно просто. Да я прозрачный. Это плохие звуки. Так, тут закрыто. Чё ты моргаешь? Не надо. И FPS не надо садиться. Так, типа... откройся. Может, сюда надо будет вернуться? Тут всё-таки какие-то консоли. Давит, давит атмосферка игра. Очень давит этими звуками. У меня уже... вполне могла бы разболеться голова. Это лифт, рано. Что тут? Ух, я подумал, что это чужой. Конечно, игра другая, но, боже. Это, ну, скажите, вы что, не подумали, что это похоже? Вот это похоже на лутбокс. Только маленький, слишком маленький.
еда, наверное, какая-то в космосе. Знаете, мне это все напоминает Assassin's Creed. Assassin's Creed под названием Horror. Да, DLC для какого-нибудь Assassin's Creed. Что это? Стой, я не хотел. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the... How did I do that? It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock out the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Увидимся позже. В общем, у них двери не работают. Что за звук? Ну, я понимаю, у меня тоже с дверьми проблемы тут. А по крайней мере, здесь есть чем подышать. Так, это не открывается, тут закрыто, да? Конечно. Аккуратненько перейдем. Стой, стой, стой! Свали нафиг. Ух ты! Ух ты! Дружбан! Дружбаны! Крутые! Не надо меня пугать. Чё у вас тут все так скудно? Ребят, вообще, вы чем жили? Питались лутбоксами и строили постоянно роботов, как зомби? Вы не студенты случаем, а? Только что вам за это давали? Это... Если это когда-то было камерой, то все очень плохо. И это воспоминания? Типа я доказаюсь какие-то воспоминания? Ты когда-то работал? Эй, ты! Можешь ли ты говорить... Как... Можешь ли ты говорить, как все остальные? Что за... Похоже на... Ты хочешь что-то там... Да, ты, да. Так ужасно. Можешь сделать несколько... выводов? Да, ты страшный. Ну... Да чё вы? Они милые, не надо. Они милые, не трогайте их. Чё-то там сверху не то. Ух, ёп. Ага, 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 это уже даже монструм напоминает чем-то. Только там я не боюсь помирать, а тут я... Даже увидеть противника боюсь. Ладно. Ладно, ладно. Что-нибудь тут вообще работает? Ребят, ну вы хотя бы там ручками подвигайте. Почему нет? Это было бы мило. Компы, компы, компы. Боже, если тут реально кто-то работал... Как это все может быть? Нам надели шлем, мы попали типа в другую реальность, но как тут могут быть еще какие-то воспоминания? Или это как реально в анимусе наших предков? Ладно. Там типа живой человек? Че это? Не работает, этим, наверное, можно кого-нибудь убить при желании. А ты? Да вроде тоже.
Хорошо, но она выдает мне 25 FPS. Но все равно, на мой взгляд, это довольно оптимизировано для моего железа-то. Пошли. Ты уйди только. Паучок. О боже, я уже путаю то, что происходит у меня тут, с тем, что происходит в игре. Будто звуки оттуда идут, и мне кажется, что это реально, что ли, этот... Как он называется? Island Isolation. Кому интересно, я его проходил, так не прошел, конечно, на втором канале. Ну, на своем, там. Сейчас его нету в видео, в описании, раньше он был. Как мне использовать-то? Ну и что, я нажал Tab. Как мне это применить? Ладно, мне где-то надо, походу, какую-то закрытую дверь открыть. Но я не очень понимаю, о чем они. Тут вот... А, наверное, все-таки туда. Может, дальше пройти, это получается то, что закрыто. Там, наверное, применяется. Ты что, блин, ты был-то просто легко одет. Почему ты так дышишь? Тяжело бегаешь. Туда нам... Да и незачем. Хорошо сказал. Давай. Чего? Да ну. Почему? Help Джейн. Помощник Джейн. Access denied. Недоступно. Офигеть. Мне уж показалось, что с камерой что-то не то. Она перестала записывать этот звук. Очень большое ощущение, что у нас камеры. Ты тоже заперта. О боже, мое сердечко не выдержит. Ребята, извините, но я буду вот так вот. Что там мельчайшие звуки на фоне, вообще живых не считайте, а... Блин. Иди. Ну пошли в обратку, может там компы сработают, не? Раз сюда не подходит. Может здесь еще что-то есть? Я просто не увидел. Что-то важное. Да нет, вроде. Да и что, у меня особо объектов никаких нету. Погнали. Бесполезно. А тут типа тоже проход, что ли? Ну, боже, меня бесят эти пустые двери, которые для атмосферы. Они только путают человека. Уйди. Уйди. Куда мне надо так? Может сюда? Так, давайте, ребят, на этом закончим. Просто эта игра выбивает меня. Всем пока-пока-пока. 15 минут, но извините. Но это слишком. Я просто представляю, что будет дальше. Пока-пока.